в числе тех, кто не согласен, что это удаление. Посмотрим, что решит ТСК. У СК новый состав. В принципе, судейский корпус у нас сильно обновлен. Сейчас может быть опасно. Нижний Новгород забивает. Нижний Новгород открывает счет. Грубейшая ошибка в обороне московского «Динамо». Эдгар Севикян забивает первый гол нового розыгрыша Кубка России. 7-я минута. И в прошлом сезоне, кстати, Севикян за Нижний Новгород тоже дебютировал в Кубке. И там он сделал голевую передачу. Сегодня вот такой дебют в новом турнире. Забитый гол сразу же. 7-я минута. 1-0. И посмотри, отскок от Кутицкого. Подарок для Нижнего Новгорода. И дальше Живоглядов, который начинал свою карьеру в московском «Динамо», отдает голевую передачу. А Эдгар Севикян открывает счет. Радость Сергея Юрана прилагается. Ну что, поймали? Поймали на ошибке динамовцев и поймали на давлении. Да, и в очередной раз...